Здравствуйте, уважаемые онлайн-слушатели. Я Ильшот Каланов, я аналитик компании Альпари. Сегодня мы с вами продолжим наше занятие по выявлению зон покупок и продаж на различных валютных парах. Были различные предложения в пятницу. Мы сегодня продолжим нашу работу и будем искать зоны покупок и продаж на различных инструментах. В частности, на валютной паре британский фонд к японской иене. Переключился сразу на 4-часовой график и будем искать на 4-часовом графике зоны покупок и продаж, которые будут интересны не только нам, но и в, цел, в целом для всех участников рынка. Итак, что мы с вами делаем? Мы ищем своего рода поддержки и сопротивления, своего рода, но не конкретную цену, а целый диапазон. Мы должны искать диапазоны, которые выполняют роль поддержки и сопротивления и это мы делаем по той простой причине что рынок в форекс достаточно волатильный и найти точную цену где будет разворот достаточно сложно а вот диапазон цен найти можно что надо делать для того чтобы выявить зону покупок и продаж в первую очередь нам необходимо чтобы нам нам необходим только график цены больше никакие инструменты нам не нужны Итак, в первую очередь, когда мы с вами ищем, поиск зон покупки и продаж начинается с выявления скопления. Скопления нескольких свеч, которые открываются и закрываются примерно по одной цене, но при этом они должны оставлять либо верхние, либо нижние границы. На данном участке графика таких скоплений достаточно много, что позволяет нам смотреть широко и попытаться искать зону покупок и продаж. Например, то, что было, вот, например, 5-6 августа. Или здесь было то, что было 12 августа. То, что было, например, 7 августа, вновь у нас есть скопление. У нас есть скопление еще в конце июля. Также есть скопление, которое у нас сформировалось. 28 и 29 июля вновь цены закрываются, точнее свечи открываются и закрываются примерно по одной цене, при этом они оставляют верхние тени. То есть, почему мы ищем? Это первый явный сигнал того, что возможно в это время на рынке тестировались какие-то важные уровни, которые интересны многим ключевым игрокам рынка крупным участникам рынка, как маркетмейкеры, какие-то крупные банки, хедж-фонды, инвестиционные фонды и так далее, и так далее. Им они строят, исходя из э, текущих обстоятельств дел, инвестиционную политику и поэтому э, они э, покупают либо продают и, э, только по определенным э, уровням, по определенным диапазонам. Как раз таки эти диапазоны мы с вами собираемся сейчас искать. Итак, давайте рассмотрим диапазон, который был у нас, допустим, 5 августа. Берем э, инструмент горизонтальной линии и соединяем эти цены закрытия и открытия, то есть мы должны соединить, получается, наши, э, в нашем скоплении все бары, по мере возможности все бары. В следующую, вторую горизонтальную линию мы с вами должны провести по самым максимумам, которые оставляет, э, то есть по, по самой максимальной тени, которая оставляет эти свечи. Самая максимальная тень образовалась у нас э, 6 августа в 8 часов, Берем горизонтальную линию и соединяем. В итоге у нас образовывается диапазон. Нижняя граница в нашем случае формируется исходя из цен открытия и закрытия. Верхняя граница формируется исходя из цены максимум в этих тенях. В итоге есть диапазон 194.88 и 195.23. Для 4-часового графика на фунт долларе этот диапазон небольшой, не широкий, достаточно хороший в размере 35 пунктов, это то, что надо. Итак, прежде чем совершать торговую операцию, мы должны убедиться, что зона является хорошей, и по этой зоне рынок торговался несколько раз. Чем больше у нас будет отскоков от этих зон, тем лучше считается зона. Помимо этого, на четырехчасовых графиках зона должна существовать минимум три месяца. То есть в течение последних трех месяцев рынок должен видеть этот диапазон. Крупные участники рынка должны торговать в этих пределах минимум три месяца. Итак, что мы с вами имеем? У нас есть три подхода к этому диапазону, и каждый раз цена совершает отскок, точнее даже четыре. Здесь у нас есть отскок, да, который у нас было буквально вчера, 17 э, августа. Также у нас был подход 12 августа. Цена подходила к этому диапазону и совершила отскок вниз. До этого подхода у нас есть еще один отскок вниз, которого мы сейчас видим. Это 60 пунктов. Цена совершает отскок вниз. Это было 11 марта, августа. Вновь цена подходила 6 августа к этому диапазону. Цена вообще первый раз подошла 5 августа, долго торговалась в этих пределах и совершила отскок вниз. Было ли еще касание в прошлом? Было касание в прошлом, это было 26 июня. Цена коснулась, снизу вверх подходит к этому диапазону и совершает отскок вниз. До этого момента, обратите внимание, до, до конца июня, Рынок не видел этот диапазон. Точнее, когда цена торговалась в этих пределах, цена э, очень часто вверх-вниз переходила. То есть э, до 25 июня рынок, для рынка данная зона была неинтересна. У рынка были совсем другие приоритеты. И так дальше уже мы вообще не видим, чтобы цена подходила к этому диапазону. Зона начала формироваться первый, только в конце июня. Первый раз цена коснулась и торговалась в этих пределах 25, точнее 26 июня. И цена первый раз совершила отскок именно тогда. Потом цена очень сильно отошла вниз. Но, тем не менее, зона не перестала быть актуальной для рынка. Когда цена вернулась вновь, вновь в начале июня, а точнее августа, цена здесь рынок совершает вновь отскок вниз. То есть, по сути, зона начинает формироваться, она фор сейчас в стадии формирования и до сих пор существует. Что мы должны делать в таких ситуациях? Цена за последние два месяца практически, цена торгового полтора месяца, да, Цена торговалась 4 раза, и каждый раз рынку не удалось пробить этот диапазон. Каждый раз цена, точнее 5 раз, здесь 2, 3, 4, здесь 5 рынок. 5 раз цена торговалась в этих пределах, и 5 раз рынку не удалось пробить. Зона очень хорошая. Пока что формируется, но мы пока что не будем совершать торговую операцию по выявленной зоне покупок либо продаж. В нашем случае это зона продаж, поскольку цена находится ниже. Почему не будем работать? Потому что она еще полностью не сформирована. Мы не убедились в том, что крупные участники рынка они успели полностью всем объемом зайти на продажу. И, соответственно, так, так как они не успели, так как здесь у нас нет трех месяцев. Поэтому пока данная зона для нас интересна, мы будем наблюдать, но торговать пока рано. Итак, давайте ищем зоны, которые могут быть интересны для рынка да, и в целом могут, можно будет по ним поторговать. Давайте возьмем скопление, которое у нас было 7 августа. Берем горизонтальную линию, соединяем цены закрытия и открытия трех баров, которые сформировали это скопление. Обратите внимание, два из них две свечи оставляют нижние тени. Вторую горизонтальную линию мы с вами проводим по нижней границе. И по самым минимумам, и в итоге вновь у нас образовывается диапазон. Теперь давайте ответим на вопрос, является ли данная зона хорошей, чтобы мы с вами могли совершать торговые операции. Зона 191.95, 192.30. Мы имеем отскок. Здесь у нас есть пробитие. Пробитие для э, зоны в принципе э, нормальное. Явление нельзя сказать, что зона не пробивает. Таких зон вообще не существует. Но хорошие зоны могут быть пробиты только во время новостей, когда меняются фундаментальные факторы, что позволяет многим крупным участникам рынка поменять или скорректировать свои, свою инвестиционную политику именно исходя из фонд иены, в нашей, исходя из нашей валютной пары. Вот, э, только во время новостей, только во время импульсов могут быть пробиты хорошие зоны. Если не, они пробиваются без импульса, во время отсутствия новостей, то значит мы с вами нашли не самую подходящую, не самую хорошую новость, э, простите, зону. Итак, что мы имеем? Цена пробивает вверх, снизу вверх. Э, импульсивное пробитие мы с вами имеем. Это хорошо, до этого естественно цена находилась ниже. Когда цена находится ниже, зона будет выступать для рынка в качестве зон продаж, то есть будет выступать в качестве зон то есть определенного линии, то есть зона сопротивления. Я хочу, чтобы вы рассматривали такие зоны не как конкретные цены, а в целом как некий единый диапазон некий единый уровень, который интересен для рынка. Здесь мы имеем цена подходит снизу вверх и касается, и торгуется очень недолго в пределах данного диапазона 27 июля и цена совершает отскок вниз. Вновь 27 июля цена подходила снизу вверх, вновь цена совершила отскок вниз. Здесь мы с вами имеем пробитие импульсивное пробитие. Что и как выглядит на графике импульсивные пробития? Импульсивное пробитие имеет форму либо одной большой свечи, либо нескольких свеч одинакового цвета. Здесь как раз с помощью четырех свеч, медвежьих свеч, рынку удается пробивать такую зону сверху вниз. До этого, естественно, цена находилась выше, и зона должна являться важной, точнее, зона должна выступать в качестве зон покупок. Что и мы видим с вами 22 июля. Цена подходила сверху вниз, касается... Торгуется очень непродолжительное время в пределах данного диапазона и совершает отскок вверх, поскольку здесь очень много накопились байлимитные позиции. Вновь мы с вами имеем пробитие импульсивное, до этого рынок совершает отскок вниз. И здесь вновь тоже мы имеем пробитие. Рынок до этого держится выше. К сожалению, вот этого вот момента было бы нам хватило бы, чтобы мы с вами могли поймать стоп-лосс. Но здесь у нас есть один отскок, здесь второй отскок и здесь ложное пробитие. В принципе, если не оставлять позиции через выходные, мы могли бы избегать вот эти вот здесь стоп лоссы во время резких движений которые были в понедельник утром. До этого цена торговалась вновь выше. Цена подходит сверху вниз 16 июня и совершает отскок вверх, поскольку здесь эта зона выступала тогда зоной покупок. Вновь импульсивные пробития, до которого цена, естественно, находилась ниже, цена совершает отскок вниз. Цена торгуется касается данного диапазона 11 июня и вновь цена совершает отскок вниз. Касание произошло у нас еще 5 июня. Цена вновь совершила отскок вниз. По-моему, дальше цена ни разу не торговалась в этих пределах. Является ли данная зона хорошей или нет? На мой взгляд, я не назову данную зону очень хорошей, но и плохой назвать тоже сложно, поскольку пробитие... Почему хорошо, хорошее не называю? Потому что достаточно много пробитий. Почему неплохая? Дело в том, что каждое пробитие у нас, они импульсивные, они вызваны во время новостей. А так как мы с вами удаляем нашу позицию до публикации новостей, то мы можем очень просто-просто все эти пробития избегать и избегать отрицательной позиции. Так давайте посчитаем, сколько раз мы имеем отскоки и сколько раз у нас есть пробитие. Здесь отскок один, второй, один, первое пробитие. Третий отскок. Здесь мы посчитаем за э, пробитие. То есть тогда мы можем, могли бы поймать стоп лосс Четвертый, пятый в целом, пробитие. Шестой пробитие. Седьмой пробитие. Восьмой, девятый пробитие. Десятый. 10 раз мы имеем отскоки и 6 раз у нас происходит пробитие. Да? То есть первый раз цена торговалась в данных диапазонах 5 июня, практически 2 месяца назад. С тех пор на рынке цена торговалась в этих пределах порядка 16 раз, из которых мы с вами могли заработать 10 раз. Так. Так, мы с вами могли заработать 10 раз из 16 случаев. Вероятность составляет 62%. Не такая большая вероятность, что мы с вами могли работать основным объемом. Но а, как локальный уровень данная зона существует. Опять-таки по таким зонам мы с вами не должны работать, поскольку зона существует не 3 месяца, а 2 месяца. Да? То есть чуть больше 2 месяцев. Мы будем еще смотреть, как будет вести себя цена относительно данного диапазона в течение следующего месяца. Ну и соответственно после того, как исполнится этому диапазону 3 месяца, мы с вами уже можем совершать торговые операции. То есть, по сути, по фунт-иене, почему нельзя сейчас торговать? Поскольку сейчас фунт иена находится практически в своих максимумах то и зоны покупок и продаж они полностью еще не успели сформироваться. Можем переключиться на недельные графики, чтобы посмотреть и убедиться в этом. Так, что-то долго у меня грузится. Можно даже на дневных. Итак, цена торговалась в этих пределах достаточно давно год уже девятый год рассматриваем цена торговалась в этих пределах в последний раз в 2008 году в сентябре то есть за 7 лет цена торгуется в этих пределах первый раз да это 7 летные максимумы поэтому и э, не успели сформироваться максимумы, точнее, зоны покупок и продаж в полной мере, чтобы мы с вами могли совершать торговую операцию. Поэтому э, пока что по фунт-иене мы э, занимаем выжидательную пози позицию и пока не будем торговать. Есть еще э, зоны по другим валютным парам, по другим инструментам. Были предложения также рассмотреть. Евро-австралийский доллар, по-моему, мы это уже сделали, но вновь будем сейчас смотреть евро-австралийский доллар. Покажу на примере, почему евро-австралийский доллар, почему, когда мы это смотрели, я уже не помню, но зона у нас зона продаж, точнее, зона покупок, есть, сформировались ли зона продаж? Давайте ответим на этот вопрос. Возможно, уже сформировались, поэтому попытаемся их искать. Возьмем скопление, которое было недавно, и будем смотреть. Цена торговалась в этих пределах давно, один раз, но и все больше цена не торговалась в пределах этой зоны очень-очень давно, с марта 2014 года. То есть, по сути, мы не будем по таким зонам тоже работать, поскольку в марте прошлого года были совсем другие рыночные условия сейчас абсолютно другие. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, продолжаем. Что надо делать, когда мы с вами ищем зону покупок и продаж и выявляем хорошие, которые у нас есть? Например, возьмем то, что у нас было давно. Австралийский доллар к новозеландскому доллару мы рассматривали давно, но, допустим, у нас есть зона покупок, точнее, зона продаж 1.12.86, 1.13.12. Как будем совершать торговую операцию? По сути, мы с вами можем продавать, как и многие крупные участники рынка, как только цена будет торговаться между 1.12.86 и 1.13.12. То есть диапазон составляет в нашем случае 28-27 пунктов. Можем совершать торговые операции по любой цене, но мы будем заходить... Как только цена коснется этого диапазона, чтобы уже наверняка остаться в позиции, как, например, то, что было 7, 7 августа, цена коснулась этого диапазона и совершила отскок вниз. Если бы мы с вами выставили, допустим, на верхней границе на продажу, здесь мы с вами остались бы без позиции, ну и, соответственно, без прибыли. Здесь то же самое. Вчера цена, точнее, в пятницу цена подходила, мы вновь могли бы остаться без позиции. Чтобы этого не было, мы заходим, как только цена коснется этого диапазона, по цене 12.86. Заходим всегда двумя позициями. Если вы заработаете, допустим, объемом 0.10, допустим, исходя из вашего баланса, естественно, исходя из вашего риск-менеджмента, это надо определять еще по некоторым расчетам, о которых мы с вами говорили в прошлых семинарах, можно еще и... То есть надо делить позиции на две части. Допустим, вы торгуете объемом 0.10. Да? Вы, вы посчитали, что надо сейчас торговать, продавать объемом 0.10 по валютной паре австралийский доллар к новозеландскому доллару. Мы не будем заходить на одной позиции по 0.10, мы будем заходить два раза объемом по 0.5. То есть по факту заходим тем же объемом. Это делается на случай, если цена очень хорошо отойдет вниз, и чтобы увеличить наши, наши прибыли. То есть прибыльность таких, в таком случае увеличивается. Итак, что мы делаем? Выставляем отложенный ордер по цене, отложенный ордер на sell limit, как только цена коснется нашей границы 1.1286. Итак, стоп-лосс рассчитывается исходя из толщины диапазона. Да, многие путают стоп-лосс и тейк-профит, как их рассчитывать. Размер диапазона в нашем случае составляет 27 пунктов. 27 пунктов. И, соответственно, мы должны выставлять два раза больше толщины диапазона стоп-лосс. То есть 27 против 54 получается. Да? 54 пункта от точки входа выше. То есть по цене 1341. 1, 13. 41 мы с вами выставляем наш стоп-лосс позиции. Тейк профит выставляем теперь уже исходя из стоп-лосса. Если стоп-лосс мы выставили 54 пункта, то take profit тоже должны выставить минимум 54 пункта. То есть стоп take profit не может быть никогда меньше, чем наш стоп-лосс. Ожидаемая доходность она всегда должна быть больше или хотя бы соразмерная нашим ожидаем, ожидаемым убыткам. То есть мы по цене 1.12.31, 1.13.31, так, еще раз, 12.31 мы с вами выставляем наш Take Profit. Вторую позицию мы всегда так выставляем, допустим, выставили по объему 0.05, но ну, так как мы всегда, не, не всегда, но чаще всего работаем именно отложенными ордерами, мы закачали специальный скрипт, с помощью которой можно быстро выставлять отложенные ордера. Мы выставляем сейчас sell limit позиции. Берем э, наш э, скрипт, который называется setup sell pending order. Для того, чтобы скрипт работал, у вас должна быть активирована автоторговля, то есть дать разрешение скриптам выставлять отложенные позиции. Выставляем объем тот же. Да, то есть 500 ну, часть одного лота. То есть, по сути, мы суммарно заходим одним 0,1 лот. Стоп-лосс у нас было 54 пункта. Но э, скрипт видит каждый пипс, а мы говорим о стандартах пунктах. Поэтому надо здесь учитывать, не, э, показывать не 54 пункта, а 540. А Take Profit, второй Take Profit, мы выставляем уже не один к одному по отношению к стоп-лоссу, а два к одному. То есть примерно 108-110 пунктов ниже от точки входа. Мы выставляем наш take profit и устанавливаем позицию. Для чего это делается? Для того чтобы мы с вами могли поймать в таких случаях, когда цена идет очень хорошо вниз, take profit не только первой позицию, но и второй позиции. Таким образом, чтобы мы могли. С вами э, максимизировать прибыль. Бывают случаи, когда цена подходит. Обратите внимание, цена подходит. Касается первого тейк-профита. Мы получили бы здесь тейк-профит первой позиции мы с вами закрыли бы. Но э, импульса не хватает, чтобы цена пошла вниз и могли бы поймать стоп-лосс. Это точнее, тейк-профит второй позиции. Цена обратно возвращается к диапазону. Здесь э, мы с вами мы можем повторно зайти. Здесь цена идет вниз, достигается и цена и первого тейк-профита и второго тейк-профита. Цена вновь возвращается, касается нашего диапазона. Мы с вами могли в пятницу зайти на продажу по австралийскому доллару к новозеландскому доллару. Цена идет вниз, касается первого тейк-профита, обратно возвращается ну и идет вновь вниз. И касается второго тейк-профита. Бывают случаи, как в этом случае цена возвращается обратно и take profit второй, второй позиции мы с вами не получаем. Почему это делаем? Потому что мы хотим максимизировать нашу прибыль. Вот, если цена пойдет хорошо вниз, то мы будем увеличивать нашу прибыль. Цена, если подойдет вниз и take profit первой позиции уже сработала, то есть мы по факту первую половину нашей позиции закрыли, мы с вами вторую часть то есть стоп-лосс второй позиции нашей передвигаем на стоп-лосс, на точку без убытка. Для того, чтобы уже не оказаться то есть в таких моментах, чтобы цена пробивает, а мы зафиксировали убыток такого, чтобы не было. Мы часть позиции закрываем в прибыли, часть уже выходим из, из рынка без убытки. Достаточно хорошая позиция, когда take profit получаем, ничем больше не рискуем, потому что стоп-лосс передвинули один больше еще заработать, увеличивать максимизировать нашу прибыль. Итак, когда же мы можем потерять по данной стратегии деньги? Только тогда, когда происходит пробитие. А обратите внимание, каждое пробитие у нас импульсивное, то есть каждое пробитие это есть, то есть является результатом каких-то важных новостей. То есть, по сути, мы с вами должны избегать этих новостей. Для этого мы заходим на сайт alpari.ru, должны знать, когда будут опубликованы те или иные а, новости. На сайте alpari.ru есть раздел аналитика Forex, где мы с вами можем увидеть календарь событий от FX Street. Заходим сюда и смотрим, какие нас ожидают в ближайшее время а, новости, которые а, могут коснуться непосредственно нашей валютной пары. Так, сейчас я вновь зайду другим браузером. Так, вот экономический календарь открылся. Сейчас время работы терминала совпадает с временем московским, поэтому ничего менять не будем. Будем смотреть, какие у нас есть новости. Сегодня вот эта линия показывает нам текущее время. Сегодня есть очень много новостей по британской экономике но нет новостей, которые могут задеть, коснуться нашей валютной пары австралийского доллара и американского доллара. Так, когда у нас ожидаются новости по этим валютам? Так, есть ли новости? В принципе, каких-то важных новостей именно касательно непосредственно австралийского доллара или, австралийского, или новозеландского доллара нету. Но Американский доллар имеет весомый, даже такой большой вес, что может повлиять на курсы и этих двух валют. Поэтому, когда будут опубликованы новости именно касательно американской экономики, то лучше всего в таких моментах тоже выходить. Это, конечно, не прямое, не прямым образом касается нашей валютной пары, но по-любому это может как-то косвенно отразится на, на курсе валютной пары австрийский доллар к американскому доллару. То есть завтра, 19 июля, точнее 19 августа, 16.30 по Москве ожидается новости. Мы за час до публикации новостей удаляем наши позиции. То есть устанавливаем время истечения наших позиций. Можно за час до публикации новостей открыть терминал и самостоятельно, вручную удалить. Ну а также можно будет еще и поставить автоматизированный э, способ удаления наших отложенных позиций. То есть 15.30 мы с вами выходим из позиции. То есть завтра, если у нас э, цена, то есть если до завтрашнего дня, до 15.30 наши заявки не будут испол исполнены, то они будут удалены. Мы удаляем временно, не постоянно, а временно, поскольку мы даже выжидаем момент, когда реакция рынка на публикацию новостей будет исчерпана. Обычно реакция длится где-то 2-3 часа, иногда 4 часа. После того, как реакция рынка прошла, мы с вами вновь будем выставлять те же позиции, те же отложенные ордера с теми же, тот же объем, те же точки входа и выхода. Так, но мы, получается, пропустили момент специально, когда, возможно, могли бы быть пробития. И устанавливаем изменения позиций. Итак, вот таким образом мы с вами ищем зону покупок и продаж. Быстро повторю, по каким валютным парам у нас есть выявленная заранее зона покупок и продаж. Так, по австралийскому доллару, к новозеландскому доллару 1.1286, 1.1312.

Фунт иена мы с вами сегодня рассмотрели. Евро-доллар есть у нас зона 1.1087, 1.1122. По канадцу, доллар канадец, у нас есть зона покупок внизу 1.2798, 1.2834. Также очень далеко, есть хороший уровень, но он очень далеко, 1.2357, 1.2394. Это, на мой взгляд, уже долгосрочный какой-то уровень зона покупок. Есть зона продаж по фунт-доллару 1,5658, 1,5681. Также есть зона покупок 1,5459, 1,5487. По евро-новозеландскому доллару, к сожалению, по-моему, уже цена отходит вверх. Мы здесь остались бы в НИП без позиции, если точнее остались бы без позиции,

Австралийский, новозеландский мы с вами рассмотрели. Евро-доллар. У нас есть зона покупок еще внизу. 1.09.21, 1.09.34. И евро-австралийцы у нас тоже есть. 1.47.02, 1.47.68. Итак, уважаемые онлайн-слушатели, на этом все. Мы с вами завершаем наш сегодняшний семинар. Если будут возникать вопросы, прошу вас в следующих наших семинарах писать в первую очередь их в комментариях, в чате, и я буду на все ваши вопросы отвечать. А также, если будут предложения, тоже их пишите в чате, я с удовольствием на все, эти, все ваши предложения рассмотрю. Всего доброго, я желаю вам всем успехов в вашей торговле. С вами был еще Каланов, до свидания.